Всем привет, дорогие мои, дорогие друзья. Всем здорово. Начинаем новое прохождение Звездные войны. Вот. Посмотрим, что за игра, что она себя представляет. Это уже оптимизированная версия для приставок нового поколения. Ну, в смысле оптимизированная. 60 кадров в секунду добавлено. Вот. Погнали, посмотрим. Я никогда не был фанатом Звездных войн. Ну, не тащился, не знаю. Мне не нравится эта фантастика. Она прикольная, да, посмотреть, но... Не знаю. Никогда я, ну, не был, честно признаюсь, фанатом Звездных войн. Хотя, ну, уважительно отношусь к этим фильмам, по крайней мере. От Джорджа Лукаса я смотрел. Вот. Так что, ну, погнали. Начать новое приключение. Здесь дети немножко играли. Вот. Только начинали. Погнали, посмотрим, что она себя представляет. По ходу игры я буду комментировать, рассказывать, что нравится, что не нравится. Ну и... Я думаю, Иван, вы себя в свое время, то есть, очень весело проведете. Погнали. Так, режим история. А, это уровни сложности. Ну, давайте на среднем. Рыцарь-джедай мы будем. Или мастер-джедай для игроков, которые хороши в ближнем бою, хотят проверять свои силы. Можно изменить в меню в любой момент. Для игроков, которые еще только учатся ближнему бою, готовы сражаться в сидящем режиме. Давайте средний уровень сложности. Попробуем так на мастер джедай. Это получается легкий, средний, высокий и, ну, супер высокий. Давайте на предпоследнем уровне сложности попробуем поиграть. Я думаю, оно у меня должно все получиться. Погнали. Мастер джедай. А, надо нажать и держать, окей. Интересная заставка была. Ну, посмотрим. Сможет ли респавнес удивить? Вау, красиво-то как. Ничего себе. Очень красивая картинка. Интересно, это заставка. Не хочу тебя прерывать, Кэл, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Да, это игровой процесс. Друзья, графика просто сногсшибательная. Вообще. Под эту как картинки мне очень нравится. Смотрите, как тут все сделано. Сколько деталей разных, понимаете? Кстати, у того чувака, да, вот этого вот гуманоида, который показали, у него костюм очень сильно похож на костюм, который был у Гордона Фримена с Half-Life 1-2. Ну давай. Это вот этим мы парнем, да, будем играть, рыжим этим. Окей. Прыжок. Прикольно. Да, войны клонов были жестоки. Ему-то всего пару лет. Ха-ха, но сохранился, похоже, тебя. За такие деньги... Извини, Кэл, не волнуйся. Эти инструменты
не доживут и до конца смены. Ну, а ты всегда Эльхо. Так говоришь. Помните, как раньше гильдия чинила наш инвентарь? После тебя. Давай. Площадка демонтажа кораблей. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Очень красиво сделано. Тысячи деталей просто в кадре. Ну прям, я не знаю. Так со стороны можно спутать с каким-то фильмом голливудским, согласитесь. Такая палитра красивая подобрана. Вот текстуры какие здесь, посмотрим. Смотрите, сблизи сейчас подадам на текстуры. Видите? Вот, смотрите. Смотрите, как дождь стекает, ну, капельки дождя, с его, получается, одежды. О, по лбу у него. Ну, ладно, окей. В этом плане мне очень нравится. Я вообще люблю такие игры. Опа-на. Ага. Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Вау. 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 Вау, прикольно. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Что? Класс вообще. Я не знаю, мне очень нравится по визуальному стилю. А, тут мы можем на этой... на этом раскачиваться, окей. Ты нас так, грубо говоря, знакомит с элементами управления. Полегче. Просто прохожу мимо. Прикольно. Поднажми, еще чуть-чуть и закончим раньше срока. А. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем. Давай закончим побыстрее. Ух ты. Рискуешь, Кэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. А куда теперь? А, вот сюда. Все, дальше этого момента дети не доходили. Похоже на крыс со свалки. О, просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Вау. Тут мне надо прыгнуть и зацепиться, судя по всему. Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. Кружочек спрыгнуть. А, тут не обязательно держать, получается, кнопку эту. Понял. А, ну да. Ага. Получается, эти рюкзаки режут.
как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? А? Они какие-то разбирают корабли, которые к ним привозят. На металлолом, судя по всему. И раз. А куда сейчас мне нужно теперь идти? Чтобы я еще понять тут мог. Нам точно не сюда. Наверное, вниз куда-то. Да. Ага. Как же это красиво, она мне уже эта игра нравится. Я буду ее проходить. В любом случае, даже для себя, но я ее пройду. Смотрите, шлемы вот этих имперцев, роботы эти, которые с ними ходят, видите? Прикольно. Самолеты. Вон вот эти вот, в этих штуках вообще они ходить могли. И стрелять. Класс. Куда мне здесь вообще идти теперь нужно? Я сюда пришел. Тут... Может быть, мне по этой штуке залезть нужно? Да. Как же красиво. А что это за чудище он там снизу? Эл, дерни рычаг управления внизу. R3 потянуть. Готово. Теперь ты. Секунду. Так, заход зафиксирован. Ты как там? Я здесь. Напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. А, это вот застряли. Готово. Давай сюда. Только посмотри! Истребитель джедая! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. R2B2? Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
ребята, это я управляю им. Куда? Ой! Ух ты! Бля! Рауф, ты живой? Кэл! Не могу забраться! Рауф, держись! Я соскальзываю! Нет, не отпускай! Не удержаться! Рауф, нет! Опа! А мы имеем силу! Рауф, ты цел? Я в норме, только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука едва летит! Держись! Подожди, он использовал силу! Прав, ты цел? Да, да. Надо уходить, давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел, я же своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Я знаю. Так, что ж. Молчи. Будем осторожней. Да. Этот парень не совсем такой простой, как кажется. Сила есть, значит, не простой совсем. Игра как фильм, реально. Ну и как ты? В норме, а ты? Тоже, да. Кэл. Мы давно работаем вместе, и я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь... небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Странно, немножко скомкано здесь было. Видите ли, тут не объясняет, что к чему, кто он, что за он. Опа, этого нету. Бля, какая здесь графика крутая, вы не представляете. А где график этот? Гуманоид. Как здесь красиво все. Смотрите. Подожди. Частицы. Подожди, здесь все исчезают. Что здесь происходит? Все исчезли. Это сон, что ли, у него? Судя по всему, это сон. Куда ты идешь? Смотрите. Он просто берет и исчезает. Не открывается. Ух.
Опа-на! Вы видели это? Что за чертовщина тут происходит? Прикол. Кл. Мне нравится это. Ученик, слушай и запоминай. Учитель. Верь только в силу. Да, ему снилось. Верь только в силу. Поезд встал. Что-то здесь не так. Опа. Всем встать! Проверка личности. Всем построиться. Может, очередная проверка на контрабанду. Это такое. Ничего себе. Какие-то суперэлитные бойцы империи получается. Это точно все? Да, вторая сестра. Вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Крейг. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Вау. Нет! Ух ты. Световой меч, неужели? Ёлки-палки. А вот и джедай. Что это? Проверь, что это было. Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? А как драться? Легче. Тут посторонний. Эй, может, не будешь Атака световым мечом, окей. Не стоило приходить. Ничего себе. Вау. Короче, здесь вообще один раз он дотронулся, и труп. Класс! Окей, идем дальше. Мне вот правда, я честно, мне так нравится сейчас эта игра вообще. Я такого кайфа давно не получал. Слышал, что передали по связи. Передай? Опасно. Мимо нас не пройдет. Предатель, вот он! Ты за это заплатишь!
ты допустишь ошибку. Объект здесь. Огонь на поражение. Ты ничего не добьешься, джедай. Ой! Отслеживаю цель. Осторожно! Грузовой люк заблокирован. Ты не уйдешь отсюда живым. Прикольно. Ну, здесь... Получается, жизни очень быстро заканчиваются. Опа! Я разрезал их. Грузовой лифт открыли. Выход один. Да его бы сдуло, нахуй. Куда здесь идти нужно? Ёлки-то палки. Я уже забыл, на какую кнопку цепляться. А, все. Не останавливаться. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Приближается противник. Я не хочу умирать здесь! Ничего себе, как я умею. Вау! Ебать! Так, за мгновение до атаки, чтобы парировать ее. Воздействую силу на объекты синим контуром. А что мне нужно сделать здесь? Я не совсем понимаю. А, все, понял. Эй, подойди-ка. Джедай! Ты допустишь ошибку. Если беглец покажется, я его встречу. Так, куда тут идти нужно? Я здесь не совсем понимаю. Куда мне здесь идти нужно? Нет.
Держитесь! Нельзя дать ему уйти! Нужно остановить его! Джедай слаб! Надо прикончить его! Скорее покончим с этим! Все союзники мертвы! Лучше убил меня! Вот так вот. Возродиться, да? Давай. Я понял. Мне просто я тут еще в кнопках путаюсь. Давай, это сейчас полная жизнь у нас. Так, это блок. Живее! Эй, тряпка, сражайся! Сюда! Он ранен? Он уворачивается! Тебе нас не одолеть! Джедай ранен! Блядь! Блин, меня они почти убили. Так. Пойти вперед, остановить поезд. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Быстрей. Блядь. Он здесь. Я тебе покажу, где ты. Они отстрелили всех. Надо вниз. Наверх. А, класс. Бля! Не туда нам, направо надо.
давайте, попробуйте нам. Нападаем на него! Убили сразу меня. А как мне их победить-то, блядь? Понимаешь? Они очень быстро здесь просто нас все убивают, вот и все. Ты ничего не добьешься, джедай. Мы за ним следим. Что еще? Поезд встал. Давай. Это не к добру. Го-го-го-го! Прыгай! Держись! Давай! Ёлки ты палки! Ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подаван. Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Такого я не ожидала. Давай на борт! А меч где? А, вот. Себе. Да какой чудик, блядь. Вон он. Так вот.
Так, гаси эту штуку и садись. Гаси эту штуку. Он в афиг сам. Он такой в непонятке. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Ну. Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Грис. Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто ты? А чего мне спасали тогда, раз вы не знаете, кто я? Инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Она такая пучеглазая. Вдвоем? А кто еще? О, еще? Мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. На Бога, на... А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. Пока не бойся. Здесь классно все сделано, прикольно, но здесь такие пробелы в сюжете. Кто вы такие? Чего вообще у решили меня спасти? У тебя будет другая жизнь. Ну? Найди свой путь. Много недосказанности. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Чудик. Ты на себя посмотри, бля. Чудик. Богомол. Это такой наш корабль туда. Вообще какой-то. Взаимодействие. Что это, гитарка? Это Никита, блядь. Антонов. Рыжий тоже такой же, блядь. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания. Его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это была в прошлом. А бывший есть джедаем? Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но... Моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Чего она такая пучеглазая? Прям
приближаемся к месту. Мы как будто в поезде едем. Вау, багана. Прикольно. Игра суперски красивая. Вообще. Мы на бога. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Угу. Да прибудет с тобой сила. Давай. I'll be back. Да прибудешь. Прикольно. Все это, ну, это, видите, это из заставки. И... Похоже, я еще джедая. Получено очко навыков. Джедай, зачем же я, цэры? Я, вот, мне такой графики хватает. Это супер красивая графика. Какой Next Gen? Я боюсь представить, что они когда перейдут полностью на новое поколение, какой там будет вообще уровень графики. Смотрите, насколько красивая игра. Вообще, да? Это я вот, ну, я могу рулевать лево, вправо. Даже небо движется, смотрите. Вот. Ну что, давай. А что это за чудики такие? У меня какое-то очко навыка доступно, но я не знаю, как его включать еще. О, смотрите. Опа. Спряталась. Смотрите, вода реагирует на то, что я на нее наступаю. Смотрите. Опа. Видите? Волны расходятся в разные стороны. По физике вода даже взаимодействует. Короче, она сказала мне идти вон туда. Птички какие-то летают, мошки. Прикольно, очень прикольно. Так. Вон какая-то штука есть. Может, туда мне прыгнуть нужно? Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Давай, попробуем. Точка сохранения. Точки сохранения расположены на всем пути к Кэлла. Не забывайте взаимодействовать с ними, чтобы сохранить прогресс. Ага. Тут так только сохраняется. В точке сохранения Кэлл может отдохнуть, а также приобрести новые навыки в обмен на очки навыков. Так, у вас достаточно очков для изучения новых навыков. Откройте древо навыков, чтобы их распределить. Удар сверху, одно очко навыков, расходует силу. Открывает мощный удар, смертельный для слабых врагов. Угу. А я больше пока ничего не могу. Потом уже, ну, со временем будет открываться. Ну, давай, купим его. О, видите? Вот такой вот удар. Опа. Для слабых врагов он смертельный, а для этих он, получается, какую-то защиту сначала снимает. Видите? Окей. Вот, потом я могу, видеть, увеличить максимальный запас здоровья Кэлла. Но у меня пока больше ничего нету. Так, отдохнуть. Давайте нажмем. Здоровье и силы восстановлены, враги выздоровелись. Получается, как костры в Dark Souls. Я отдыхаю, здоровье у меня восстанавливается. Но враги тоже все восстанавливаются. Которых я, ну, смогу убить на карте. Окей. Заодно сохранение работает. Прикольно. О! Кто это такой? А,
Эй, Беди один? Я Кэл. Я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Прикольно. Эта штучка будет наш друг? Ладно, окей. А, по траве он ползать может. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Новая задача отмечена на галокарте. Добраться до хранилища. Текущую задачу можно всегда посмотреть на галокарте. Попробуйте поэкспериментировать с настройками галокарты. Я где? Это масштаб. Я... Переместить еще могу. Что теперь? На галокарте указано местоположение исследованных путей и важных объектов. Закройте галокарту, когда будете готовы продолжить игру. Я понял. Ни хрена я не понял. С этими вашими, блядь, галокартами. А на какую кнопку мне ее открывать? Чувствую, там что-то есть. Малой меня зовет сюда. Ну, мы сейчас ходим сюда вот. Да, там нету. Вот это жучище. Блять. Они эти жучища практически убили меня. Блять. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. БД-1 занят. Ну, ладно, окей. Здесь не пройти. Вот что Беди-1 имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться. А где он? Где эта штучка? Вон она. Пойдем мы еще раз сохранимся. Где здесь наше это сохранение? Вон оно. Сейчас мы сохранимся. Отдохнуть.
враги выздоровились. Ну вот враги вот эти вот появляются, видите? И заодно игра сохраняется у нас. Вот. Ну а дальше мы продолжим уже в следующей серии. Так что спасибо большое за просмотр. Пишите, как вам. Мне пока очень... Начало очень нравилось. Вот сейчас игра очень сильно меняется, я так понимаю. Здесь, чтобы вы понимали, вот наподобие, наверное, что-то Dark Souls или таких Souls подобных игр будет. Враги восстанавливаются наподобие костров. Что-то такое вот. Вот. Так что все. До новых встреч. Пишите, как вам. Да пребудет с вами сила.